Пацаны, всем привет! Итак, Леонид, группа D, 14-й тур нашего Winter Team Battle 2020. И сейчас будет гол в Мэйворда. Ребят, сразу хотел сказать то, что Леонид не, сука, неудобнейший соперник для меня, просто неудобнейший. И он уже сразу мне забивает банку. Просто с лету, блядь. Я, наверное, больше ему проигрывал, чем выигрывал во всей карьере. Но, блядь, соперник реально неудобный для меня. И сегодня этот матч, наверное, не станет исключением. Потому что я ему всегда проигрываю. Такой забьем. 1-1. 1-1. Быстро развиваются события в этом матче. Мы играем до 3 голов. Ну это баночка, блядь. Ну говорю, пиздец, нах. Какой-то пиздец. 2-1. Бля, попробуем забить красоту, ребят? Или не попробуем? Или попробуем? Нет, сука, не залетело. Блять, это красивый гол, сука, пиздец какой красивый. В топ-десяточку года должен заходить этот гол. Но это уже гол в моей. Бля, ребят, ну бля, игра реально очень красивая. Но это банка, блядь. Это банка, блядь. Да ладно, он не забил такой, да ну. Здесь я рисковать... Блядь, ну это банка. Сука, я не докрутил. Я не докрутил. Да ну, спасаю. Блядь, но он в угол сейчас, сука, попадет же, блядь. Пожалуйста, не попади, пожалуйста, фортани. Господи, спасибо. Бля, ребят, все просто на волоске, нахуй. На волоске. Куча мала, но он такой может забить. Не забивает. Не забивает, а мы гол! 1-0, блядь! 1-0! Да, нельзя реванши, братан. Бля, ребят, я Леонида одну катку выиграл. Нифига себе, это уже сенсация. Сенсейшн. Матч номер 1. Так, о чем я говорил? Да. Я, у меня, это для меня СОП неудобный. Леонид для меня неудобный СОП. Я уже сказал, больше я проебывал, чем выигрывал у него. Давайте разобьем ворота. Хуёво разбил.
Все это очень опасно. Очень опасно. Шанса для удара нету, поэтому будем разбивать эту всю кучу малу. А вот это уже сейчас интересно. Попадет он в эту дырочку? Не попадет, ребят. Не попадет в эту дырочку. Ебать, это просто фортуна. Просто сраный, корявый удар превращается в такой красивый рикошетный гол. Бля, это угол, это угол, это опасно, блядь. Это опасно. Походу, долго мы будем играть эту катку. Бля, охуеюсь и забьет. Нет, не забьет. Бля, ребят, такое надо забивать, по идее. И опять везет, блядь, сука. Ну это просто охуенно. Это просто, сука, красотища, блядь. Один гол, и я буду спокоен, что у меня уже одно очко с Леонидом есть, блядь. Один ебаный гол. Сука, без ошибок надо. Без ошибок играть. Ой, блядь, какой красивый удар, блядь. Какой, сука, красивый удар. Бля, ну это банка, блядь. Зря я бил. Да это 2-1. Так он не проворонит, блядь, такой удар. Да, это прям на пустые. Ладно, ребят. Это звоночек. И мы поняли этот звоночек. Бля, ну это будет, блядь, жестко проебать эту игру. Пизда, такой он может реально забить. У меня весь угол пустой. Надо забивать, пацаны. Надо заби... Да, блядь! Да, сука! Форт, блядь, форт, сука. Два ноль Леонида, блядь. Это, конечно, по красоте. Ну что, одно очко уже есть. Едем дальше. Ребят, я уже видео залил на канал с Лолом, там тоже, блядь, было все очень сложно, не буду говорить, там просто, блядь, качели ебать, ну, жесть нахуй. Каждый матч все выгрызают, все хуярят, блядь. Ребят, вы что творите, блядь? Грызетесь, как собаки, блядь, за эти очки, но это правильно, это, блядь, боевой дух, сука. Красавчики вообще. Ой, блядь, ну это пизда, а? Такой я хуй, блядь, выбью. 1-0, Леонид. Ну, красавчики. Всех люблю. И мне нравится, знаете, чем, пацаны, чемпионаты? То, что в разных чемпионатах там года проходят и, блядь, меняются разные игроки. Просто все. Все меняются. Да, остаются какие-то одни, но...
Красивейший гол. Ты тоже не без фортуны, блядь, вообще. Сука, красота, блядь. Просто, сука, красота. Здесь не повезло. В угол не попал. Как говорит Вадимыч, бля, ты что, в углу научился хуярить? Я говорю, да нет. Не научился. Просто везет. Вот так, блядь, сука, ну почему не сильней-то я ударил? Бля, не. Надо поджимать. Опасненько, блядь. Бля, ребят, если Леонида сегодня выиграет, то, блядь, я сразу за шампанским пойду нахуй. В магаз, блядь, потому что это, блядь, нереально, нахуй. Реально нереально, бля. Разбиваем ворота. Ну, если 2-2, то... Ну, бля, Леонид тоже, блядь, хороший игрок. И 2-2, это для меня тоже будет заебись. Хотя при таком начале, когда мы уже начали вести 2-0, сыграть 2-2, это, конечно, позор, но, блядь. Но это 2-1. Но он старается, он ебашится. Видите, как он хуярится. Тоже достойно, достойно. Еще в угол попадет. Нет, не попадет. А мы расхуярим ворота. Он сейчас разобьет мои. Будет просто пуст. Нет. Понятно. Блять, прикиньте, сильнее бы, реально банка бы влетела. Блин, такой попробуем забить и сделать счет 2-2. Да, 2-2. Бля, ну фартани же, пожалуйста. Сейчас опасно будет. Да. Бля, будем защищаться, ебать. Наверное, дожмет, да? Наверное, дожмет. Дожмет. Да, гол, наверное. Да ну, не дожал. Блять, надо ворота его расхуярить. У него слишком много там фишек, ебать. Блять, почему не сильно, сука?
Бля, так бы банка сейчас была, не просто нереальная. Два ноль пока, ребят, напомню, 2-0. Я веду у Леонида, блядь, Леонида. Поджимаем его в углу, его же ворот, блядь. Блять, ну дай мне, Господи, забить этот третий гол, обыграть Леонида, пожалуйста. Я все равно Пашке всем там проиграю, блять. Блять, 2-1, сука, не повезло. Бля, все-таки он выиграл, блядь, сука, ну не фартануло, бля, ну неужели 2-2 будет, ебаный рот. Уже ебашимся, 17, сука, минут, блядь. Обидно, обидно, пиздец, упускать такую победу, ну, блядь. Господь всем судья. Кидай. Ребят, четвертая катка против Леонид. Бля, обидно упускать такую победу, конечно, но Леонид хорош. Хорош, блядь. Хорош. Красавчик, бля. Ну это банка, да? Да, наверное, банк. Нет, нифига себе. Как развиваются жестко события, блядь. Он такой должен забивать. Должен забивать. 1-0. Отлично, блядь. Отлично. Блядь, не попал. Сука, не попал. Да, блядь, что ж я не могу попасть по его фишке-то, блядь. Отлично, блядь, расхуярили ворота. Это опасно. Опасно, но, бля, опасно. Пожалуйста, не забей. Нет. Отлично. Бля, я такой тоже не забью, нахуй. Невозможно, блядь.
Красавчик. Да ну нахер, ну как, сука, я не попал, да пиздец. Бля, пацаны, вот знаете, вот какие-то такие моменты психологические, ебаные, но это один-один. Просто вот решают какие-то судьбы, блядь. Вот я должен был этот гол забивать, но я его нахуй не забил. Дрогнула ебаная рука, ебаный палец дрогнул. Это просто пиздец. Это просто пиздец. А мог сейчас вести просто тупо 2-0. Сука, и здесь не фартит, ну пиздец. Охуенный гол. Блять, через фишку это, блять, сука, шикарно. Шикарно, блять. Такой не забьет, наверное. Ну, если фартанет, забьет. Ну, все в моих руках. Просто все. Да. Я обыгрываю Леонида, сука, год спустя. Да. Сука, Леонид, красавчик, блядь. Пацаны, я Леонида обыграл, блядь. Спасибо за игру, братан. Ребят, это не битвы, это жизнь, блядь. Ёбаная жизнь. Спасибо за игру, брат. Ребятки, 3 очка.